Всем привет! Сегодня мы снимаем видео. Короче говоря, я опоздала в школу. Надеюсь, оно вам понравится. Так что давайте начнем. Это было утро понедельника. Я проснулась, посмотрела на время. Было 6:30 утра. Поняла, что рано, и легла спать дальше. Хотела полежать на 5 минут, но оказалось, легла на целых 30. Несмотря на время, я взяла телефон и начала играть. Я посмотрела на время, было 7:50, пошла чистить зубы. Хотела почистить зубы, воды нету. Просто потрясающе. Решила расчесать волосы. Ладно, решила хвостик не буду делать. Так, надо переодеться. Вот, ничего. Надо собрать портфель. Ладно, все. Так, время уже 8:35, надо быстрей. Так. Ай, блин, упала, ладно. Ничего. Опс, забыла портфель. Нашла, взяла, вышла, побежала. Посмотрела на время 10. Дети как уже 2 часа на уроках сидят. Все, мы заканчиваем наше видео, так что всем пока. Надеюсь, оно вам понравилось.